Отмечу, что в этом году команда выглядела фантастически и добилась всего, чего только могла добиться. Осталась формальность — набрать 3 очка в оставшихся играх, чтобы официально именоваться чемпионом. А лаверды, если угодно. Матар. А это даже можно назвать и стыком. Соломон Рондон. Дани. Шатов. Хорошо, что вратарь дергаться не стал. Я не знаю, что было, если он на месте остался, но если бы вот туда-сюда, точно были бы неприятности. Очень уверенный в себе, товарищ. Шатов. Только что стартовый свисток, а вот уже еще один. Нарушение правил. Закончилась атака ничем. Будет удар. И в таких случаях трибуны всегда взрываются аплодисментами. И почему? Удар по воротам! И пас был хороший, и реакция на этот пас была великолепная. Гол оба врачи. Склонные, наверное, к сильным выражениям публика скажут, оставили в дураках оборону одной передачи. Будут правы. 14 минут команда сыграли в этой встрече. 1-0. Счет изменился. Счет открыт. Шатов. Соломон Рондон. Уходит мяч за лицевую. Удар с угла поля. Внешне спокойно и без вопросов голкипер забирает мяч. Забрался в офсайд. Футболист пробьет соперника. Атакует Манчестер, может быть игрок. И вот шанс забить. Не 100-процентный, казалось бы, момент, если бы не вратарь. Покидает мяч предела поля, угловой удар. Джонс. Пропаял. Пока все очень здорово. Возвращает мяч партнеру. Версия. Очень даже ничего. И все-таки до конца защитник мячом не завладел. Турнира. Тут никто играть не получит.
Шаков. Подача углового нас с вами ждет. Верхов на Ван Перси. Ну что ж, вратарь в этой ситуации властелином просто своих владений себя показал. Нельзя было оставаться на месте, нельзя. Мяч в центральной зоне, перехват. Ди Мария. Двойка и единичка. И вот в этой борьбе мяч кажется бесхозным. Если кто-то на эту передачу откликнется, то может быть опасно. Кришина. Мяч перехвачен защитником. Продолжают атаку этим пасом. Вот шанс забить. Мне жаль игрока, который из хорошей позиции нанес неточный удар. Но не только он один виноват. Слушай, ну как на катке сегодня играют ребята. Даже жалко, честно слово. Ты посмотри, посмотри на статистику, Юра. То есть они еще и мячом владеют. Атакуют Манчестер Юнайтед, и соперники нарушают правила. Жестикуляцию, я думаю, что мизер игроку отведет. Шо?
Lombards. Гарсия. Очень неплохо сыграно. Хорошая плотная опека, и нападающим справляется. Верховой пас на Руни. Не надо смотреть. Хороший пас. Риски. Дани. Приглашает вингера к городку. Обычно защитников при этих подачах больше, но это ничего не значит. Хороший момент. Мяч ушел за лицевую линию, угловой удар. И это гол! Гол! Одна из команд далеко была впереди. Вот сейчас один лишь мяч остался. И очень тяжело сейчас. Несколько следующих лет. Велика вероятность того, что по горячему следу можно еще пропустить. Можно не собраться, можно концентрацию. Поглядим, следующие несколько минут будут жутко интересны. Да, добраться до лидирующей сейчас команды, это, конечно же, очень увлекательная задача. Посмотрите, как они впряглись в ее выполнение. Угловой разыгран четко, защитники не удел. Шатов. И классическим подкатом отбирает защитник. Ван Перси. Верхов на Ван Перси. Из-за боковой поглядим, как команда сумеет выбросить аут. Дани. Шатов. Конечно, даром никто мяч не уступит. А защитники куда смотрят? Каким мощным ударом. А куда попало? Это понятно. От греха, но ведь команда спасена. Верхов на Ван Перси. Что-то затянулось, что-то может здесь получиться. Великолепен голкипер. Мяч за пределами поля. Угловой. И удар головой. А не попал. Причем, как в мультфильме известно говорит. Там хотя бы не попал в шарик, а здесь вообще никуда не попал. Хорошая попытка. В следующий раз угловой, может быть, получится. Свои имена в историю, завоевав титул. Это действительно будет достижение. Александр Анюков. Финальный свисток все ближе, на трибунах становится все горячее. А вот смогут ли хозяева воспользоваться этим шансом и перевернуть все с ног на голову, покажет только игра. Ди Мария.
качество паса, качество игры. И команда это демонстрирует в полной мере. Ломбас. Дани. Мяч отобран в середине поля. Защитников похвален. Но, в общем-то, атакующие добрались уже, кажется, до цели. Но я думаю, не посмотрю. А голов давно уже нет и нет. А времени практически не осталось. Александр Рязанцев. Сезон не закончен, а вот чемпион известен. Досрочно обеспечен титул, и в оставшихся матчах можно экспериментировать, откатывать новые схемы, давать дорогу молодым или наоборот выпускать ветеранов. Короче говоря, играть перед целом в следующий сезон.